Знаменитый кубинский ром. Пройдет еще 2 года, прежде чем напиток в этих дубовых бочках созреет. Потом его разольют по бутылкам и отправят на экспорт. Завод по производству рома «Гавана Клаб» наполовину принадлежит государству. Владелец второй половины – компания «Пернод Рикар». Французский производитель спиртных напитков уже 20 лет развивает совместное предприятие с кубинцами. Это же успех. В 1993 году по всему миру мы продали около 5 миллионов бутылок рома под этим брендом. Сегодня мы продаем практически 50 миллионов бутылок. Когда мы начинали производство здесь, в Гаване, у нас было всего 6 сотрудников. А сейчас на нас по всему острову работают более 550 человек. И только на рынок США путь к гаванскому рому все еще закрыт. Из-за эмбарго, введенного против коммунистического правительства, в США кубинским товарам хода нет. Но в ближайшее время ситуация может измениться. На сегодняшний день я совершенно официально могу подтвердить, что мы рассматриваем этот вариант. Для выхода на американский рынок мы располагаем хорошим потенциалом, достаточным объемом мощности и судами. Не буду говорить, какие именно у нас планы, но могу заверить, что у нас уже есть конкретные идеи, и мы хорошо подготовились. Но ясно одно. Название знаменитого рома придется изменить. На рынке США одноименный бренд уже существует. После долгих судебных тяжб право называться «Гавана Клаб» на территории Соединенных Штатов получил конкурент кубинцев – производитель рома из Пуэрто-Рико. Эта компания не имеет никакого отношения к коммунистической Кубе и потому беспрепятственно продает свою продукцию американцам.